Всем привет! Где моя сумка? Ой, это моя сумка! Всем привет, ребята! Меня зовут Мэтью. Я студент 3-го курса. Сейчас я хочу показать, что рисунок у всех студентов 3-го курса. Давай начинаем сюда. Ага. Важно, что важно, это стетоскоп. Стетоскоп нужен, чтобы сдавать нормально пропедевтику, как называется. И сок, конечно, у многих есть сок, чтобы пить. Очень вкусный. Что еще? Также есть жевательная резинка. Ну и да. Перчатка, конечно, должна быть. Маска нормально одевать, как я сказал. Это внутренняя и наружная часть. Вот так. Это для анатомии, чтобы сдавать на там просто. Это мой iPhone 6. Вот сейчас покажу вам. Вот там. А что у нас, ребята? Это Samsung. А это зарядник для Samsung. А это зарядка для моего iPhone. Видите? А еще у меня есть наушник для iPhone. Можно и так видеть. Вот это. Видите, ребята? И наушник для Samsung. Видите? И после чего это кошелек, куда я положил мои деньги. Смотрите. Потому у меня больше ничего. Это моя часть. Это мой кайт, короче. Видите, мой кайт. Это карта окей, абрикос. Это другие карта. Это что, мои фото. Это куда я прожим мой очки. У нас здесь очки. Можно так. Одеваю. А что у меня есть? Это калькулятор. Нужно тоже. Это термометр для измерения температуры. Как обычно. Это фляжка. Я думаю, что здесь все. Давай сюда. Это вода. Вода очень важна для жизни. У всех студентов 3-го курса. И у всех медиков. Ну не обид. А что есть, ребята? Это для стетоскопа тоже. А это куда я прожил мои ручки. Видите, ребята? Вот сюда. Это моя ручка. Это тоже. Это карандаш, это дневник. Много чего-то. Для учебы. Окей. Тут и все. А тут что у меня есть? Это
это страдает по фармакологии, это по анатомии, это книги по фармакологии, а это тетрадь по пропедевтике, это физиологию. Вот. Это очень важно. Это заряд для компьютера. Так, это мой компьютер. Это очень важно. Видите, ребята? Можно и покажу. И вот. Вот я могу выкрутить сюда. Мой компьютер. И все. Окей. А что у меня есть? Это, который для компьютера. На английском языке называется маус. Это где моя флешка? Эта флешка можно тут прожить его. А еще это просто для вот так можно тут и тут. Это духи. Это можно так. И все. Это заряд. Так, ребята, все. Ничего у меня останется в моей сумке. Вот мой сумок. Мне будет очень приятно, если вы будете подписаться на мой канал. Увидимся. Пока.